эфире телеканала «Регион-12» информационная программа «12. Новости республики». В студии Виталий Рыжков. Здравствуйте! С пожара на одном из крупнейших предприятий республики началась рабочая неделя в столице Марий-Эл. На Йошкар-Олинском мясокомбинате сегодня утром загорелся один из холодильных цехов. Повреждено 150 квадратных метров площади и часть оборудования. В ходе пожара никто не пострадал. А поскольку здание цеха находилось на ремонте, инцидент никак не сказался на производственном процессе. Всего, по данным МЧС, на месте возгорания работали 62 человека и 20 единиц техники. Причина пожара устанавливается. В целом же день, который бывает раз в 4 года, прошел в республике относительно спокойно. Напомню, что високосный год появился с введением юлианского календаря в 46-м году до Рождества Христова. И с тех пор новому дню, 29 февраля, в народе стали приписывать необычные свойства. На Руси издавна високосный год считали опасным, а дополнительный день года мнили самым неподходящим днем. 29 февраля отмечается День святого Касьяна. Он считается самым злым и в то же время самым сильным русским святым. В русском фольклоре он больше известен под именем злого героя Кощея. В Марий-Эл с окончанием календарной зимы завершилась эпидемия простудных заболеваний. По сообщениям Роспотребнадзора, в республике заболеваемость ОРВИ и гриппом ниже порогового уровня на 25%. В Йошкар-Оле меньше на треть. В связи с этим решением санитарно-противоэпидемической комиссии с 1 марта отменены ограничительные мероприятия на территории республики в детских образовательных учреждениях, за исключением Козьмодемьянска и Новотарьяльского района, где пока что наблюдается некоторое превышение эпидпорога. Из налоговой в счетную палату. Главный налоговик республики сменил место работы. На недавней сессии Госсобрания Марий-Эл депутаты единогласно поддержали представление Леонида Маркелова о назначении Фарида Ханафеева аудитором Государственной счетной палаты. Напомню, в течение многих лет Ханафеев был бессменным руководителем налоговой службы региона. Фарид Фазиевич Ханафеев – это человек, который заслуженно пользуется уважением в республике Марий-Эл, ибо почти 20 лет, 18 с лишним, руководил налоговой службой Республики Марий-Эл. Человек профессиональный, высокопрофессиональный, я бы сказал, деловой, и пользуется заслуженным уважением, у него хорошая репутация. В силу того, что он был, скажем так, с ним не был продлен контракт, но не потому, что он плохо работает, а потому что просто предложили человеку уехать за пределы республики. А я считаю, что хорошо, когда профессионалы не отказываются уезжать, остаются работать на благо той родины малой, в которой они живут и трудятся, и где их дети живут. Поэтому для нас большая находка, чтобы такого профессионала привлекаем для работы в счетной палате Республики Марий-Эл. Люди, которые были лояльны правительству, которые несли вклад в развитие региона, никогда не будут нами забыты, и мы всегда найдем место втроем. Задачи, поставленные главой Марий-Эл перед вновь назначенным аудитором счетной палаты, привязаны к экономическим реалиям сегодняшнего дня. Глава республики четко обозначил задачи, которые можно сформулировать следующим образом. Не контрольная функция в основе лежит, а именно нужно на основе аналитики подсказывать дополнительные источники формирования бюджета, потому что те направления, которые сегодня обозначены любому субъекту, они требуют материальной поддержки, финансовой поддержки. Вот эта финансовая поддержка, она должна быть изыскана именно в субъекте за счет дополнительных источников. Вот в этом направлении я считаю, что мы должны работать. Фарид Ханафеев родился в 1959 году, закончил Казанский финансово-экономический институт и с 1980 года работал сначала в финансовых, а затем в налоговых органах республики. 30 делегатов представит Йошкар-Олу на 10-м Всемарийском съезде, который в середине апреля пройдет в столице республики и соберет представителей народа Мари со всей страны и даже из-за рубежа. Представительство на съезде формируется по следующему принципу – один делегат от 2000 марийцев. Всего по данным переписи в России проживает более 600 тысяч представителей народа Мари. На Всемарийский съезд ждут 317 делегатов, и вместе с наблюдателями в работе самого представительного национального общественного форума примут участие более 400 человек. В выборах делегатов Всемарийского съезда может принять участие каждый. Необходимо было зарегистрироваться. Мандат для голосования вручали всем желающим с йошкар-олинской пропиской. Особым моментом в ходе выборов делегатов Всемарийского съезда стало обращение мэра Йошкар-Олы Евгения Маслова. Пожалуй, впервые в новейшей истории мэр столицы республики обратился к представителям национальной общественности на их родном языке. Я
Крем стоишь, то что прокладывает. Пошел в кишен. Он говорил, что пошли машины. Ушены машины. Казал крым. Белый, сайлеш. Делки килыш машин. Улочом, белый туалет. Делегатами съезда станут в основном представители творческой интеллигенции. К сегодняшнему дню делегаты Всемарийского съезда избраны во всех районах республики. Это около 150 человек. Основными темами предстоящего съезда станут перспективы развития Марийского национального движения, культуры, проблемы марийского населения в разных российских регионах. Предыдущий Всемарийский съезд состоялся в 2012 году. Съезды народа Марии проходят раз в 4 года. В Мариэл в этом году будет продолжена работа по развитию внутреннего туризма. Она найдет отражение в единой стратегии развития туризма, которую разрабатывает профильный республиканский комитет. Кстати, на днях туристические возможности Йошкар-Олы лично оценила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ламидзе. О том, какую пользу может принести республике деловой визит, казалось бы, одного человека, в материале нашего корреспондента. Для йошкар-олинцев уже обычное дело, для гостей города – туристическое открытие. Майя Ламидзе – персона влиятельная в сфере туризма, работает больше 20 лет, но подобного рода скульптурную композицию, призналась, не видела ни в одном российском городе. Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России в Йошкар-Олу прибыла впервые и сразу взялась за свой телефон – снимать виды города как лучшая реклама Йошкар-Олы туристической. Конечно, то, что сегодня удалось увидеть в центре города, это, конечно, полный восторг и удивительный сюрприз, потому что это Европа в центре России. Удивительная архитектура создана. И хотя я предвижу, что будут возражения, что это новодел, что это, может быть, не очень вписывается в традиционное представление о том, как должна выглядеть российская туристическая достопримечательность, абсолютно не соглашусь. То есть город Йошкар-Ола уже сам по себе, в силу тех архитектурных достоинств, которые удалось выстроить в центре города, уже является поводом приехать. Ассоциация туроператоров России сегодня объединяет более 50 крупнейших туроператорских компаний, консолидирующих около 70% всего турпотока страны. Задача ассоциации, созданная еще в 2007 году, сейчас как никогда актуальна – вывести российский операторский рынок на новый качественный уровень, сделать его соответствующим мировым стандартам. После запрета полетов в Египет, приостановки продаж путевок в Турцию, снижения интереса к дорогой Европе, любители путешествий иначе взглянули на российский туристический рынок. Пока еще не бум, но в прошлом году, по данным Ассоциации туроператоров России, рост внутреннего туризма в нашей стране уже составил 18-20%. В конце прошлого года был создан комитет по импортозамещению при экспертном совете Министерства культуры, который, собственно, занимается как раз поиском тех маршрутов, тех направлений, которые туроператоры могли бы предложить нашим туристам, все активнее интересующимся внутренним туризмом и поездками по России. И Республика Мариэл не то что заслуживает, я уверена, что она займет одно из лидирующих мест в работе этого комитета, потому что если мы говорим об импортозамещении, то это как раз тот случай, когда можно, не выезжая из России, посмотреть абсолютно европейские достопримечательности, прогуляться по цивилизованным набережным, зайти в очаровательные совершенно кафешки и при этом не потерять аутентичности, не забыть про то, что это Республика Мариэл, и, соответственно, здесь есть своя культура, которая никуда не делась из этого города. Поэтому я абсолютно уверена, что количество туристов увеличится. И для этого мы, собственно, совместно будем работать как с комитетом по туризму, так и с местными туроператорами. Для тех, кто сегодня занимается организацией внутреннего туризма в Мариэл, встреча с исполнительным директором АТОР – задел на ближайшее будущее. В планах провести инфотур по республике с представителями туроператоров России, чтобы те, в свою очередь, привезли в Мариэл не просто экскурсантов, туристов, хотя бы на день-два, а то и больше. Каждый новый турист, по словам экспертов, создает как минимум 3 рабочих места. В Мариэл в прошлом году побывали 560 тысяч туристов – рекордное количество. Кстати, чтобы их стало еще больше, делегация из Мариэл в этом году вновь готовится к престижной международной туристской выставке «Интурмаркет-2016».
Ближайшие выходные в Мариэл, собственно, как и во всей России, будут долгими с 5 по 8 марта. Что подарить, где купить и сколько потратить на подарки в преддверии Международного женского дня? Над этим предстоит поломать головы многим мужчинам. Букет цветов уже стал обязательной частью подарка коллегам или любимым. Если гвоздики, хризантемы и розы в это время в Мариэл доступны лишь заграничные, то тюльпаны вот уже несколько лет выращивают прямо на территории республики. Специализируется на этом ОАО «Тепличная». Альтернатива заморским мимозам, гвоздикам и розам. Наши свежие и срезанные с куста тюльпаны, выращенные на территории сельхозпредприятия «Тепличное», специально к наступающему весеннему празднику. Розовые, красные, желтые, белые, оранжевые тюльпаны, а точнее их луковицы, высаживаются в грунт этих теплиц в начале января. Что интересно, в разные периоды развития саженцев в теплицах поддерживается разная температура. В самом начале, в процессе высадки, в теплицах не должно быть теплее 9 градусов. А когда завязываются бутоны, градусник должен показывать не менее 18. Обязательный полив в одно и то же время и через 2 с небольшим месяца тюльпаны, пока еще в бутонах, готовы радовать тех, для кого цветы и выращивают. Наверное, очень будет красиво смотреться белые с красными, потому что мы пробовали формировать такие букеты, а когда их не 3, не 4 штуки, не 5 штук, например, а побольше, то очень красивый букет получается. Вот красный с белым. Примависта, сноуборд, Антарктика, Барселона, Розалия. Далеко не все сорта тюльпанов сейчас выращиваемых, а точнее уже срезаемых в тепличном. Да и на срез цветов существуют специальные правила. Срезать с луковицы стебли нужно, пока бутон еще не до конца сформировался. Дозреет и распустится он в домашних условиях. После среза цветы отправляют в холодильник, где температура постоянна и не более 2 градусов тепла. Там тюльпаны проводят от 3 до 5 дней. Только так они смогут сохранить всю впитанную влагу, ведь если отправить бутоны сразу в магазин, завянут они уже на следующий день. Специалисты рассказали, что стоимость наших таких тюльпанов будет вполне приемлема, что неудивительно, и не завянут наши тюльпаны дольше, чем привозные. При правильном уходе смогут радовать не менее недели. На ночь убирать в более прохладные места, срезать, значит, ножки перед тем, как вновь поставить в воду. А так, в основном, наверное, все любители цветов знают, что можно добавлять различные. Кто-то добавляет таблетки аспирина, активированного угля. Ну, а так все зависит от человека, кому был подарен этот букет. В этом году в Тепличном подготовили около 20 тысяч цветов. Тепличное приглашает к сотрудничеству цветочные салоны и крупные организации, в которых поздравление сотрудниц с цветами на 8 марта стало доброй традицией. Приобрести необходимое количество тюльпанов можно прямо в Тепличном. Специалисты советуют, чтобы цветы дольше стояли в вазе, приобретать стоит только свежие букеты. Различить их, среди прочих, не так сложно. Во-первых, лепестки и листья не должны быть сухими. Во-вторых, насторожить должно отсутствие запаха. Это, кстати, первый признак так называемых бальзамированных цветов. К тюльпанам нашим это не относится. В том, что они срезаны накануне, можно не сомневаться. Место в теплицах после того, как пройдет сезон тюльпанов, займут овощи, капуста и огурцы. Правда, в Тепличном уверяют, если местные цветы будут пользоваться спросом, значит, их с каждым годом будут выращивать все больше. 11-классница 29-й Йошкар-Олинской школы Анастасия Дуюнова успевает и заниматься, и отдыхать, и к ЕГЭ готовиться. Только чем ближе к экзаменам, тем меньше времени остается на сон. Да и чувство тревоги растет. Вокруг только и говорят об итоговой аттестации. Поэтому к сдаче профильных предметов школьница решила готовиться комплексно. Ну, во-первых, очень хорошо подготавливают в школе. Проводят элективы, специальные занятия. Ну, на уроках тоже делают акцент. Но также я хожу заниматься к репетиторам и определенные курсы тоже хожу. ЕГЭ – это всегда стресс для психики и нервной системы. Поэтому психологи рекомендуют заранее настроиться на отличный результат. В свою очередь, врачи советуют с утра съесть штук 5 грецких орехов и горсть изюма. Эта пища для мозга благотворно влияет на память и интеллект. Ну и не стоит забывать дома, казалось бы, элементарную, но необходимую вещь – часы. Самовнушение. Это самый простейший прием для того, чтобы успокоиться. Внушение. Фразы могут быть очень легкими, без лишних слов, без частицы «не». Я спокоен, я очень спокоен, я уверен в себе, у меня все получится. Учителя школы номер 29 сегодня довольны своими учениками. Они легко справляются даже с самыми сложными задачами. Заниматься с репетиторами днем и ночью не нужно, считают педагоги. Просто начинать подготовку к выпускным экзаменам желательно начинать как можно раньше. Детей мы учим с тестами работать, начиная уже с начальной школы, и поэтому дети понимают, что раз тестовые задания, значит ограниченное количество времени, следовательно, сначала они решают те задания, которые не вызывают затруднения, в которых они уверены. А потом уже по времени смотрят, это я могу решить, это я пока оставлю.
Впервые в этом году выпускники смогут увидеть результаты ЕГЭ непосредственно на своих бланках, отсканированных после проверки и выложенных в базу на официальных интернет-ресурсах, федеральном и региональном образовательных порталах. Другим новшеством стало исключение тестовой части, которая подразумевает выбор варианта ответа из заданий по русскому языку, математике, литературе, географии, информатике, истории и обществознанию. Изменения коснулись и технологии печати, которую отработают 18 февраля. Распечатка КИМов и сканирование будут проходить в ППЕ. То есть ребята, когда придут на предварительный этап, при них будет прямо проводиться распечатка вот этих вот персональных КИМов, то есть никакая не доставка и сканирование. Вот эту апробацию мы проведем как бы 18 февраля, так как эта технология работает. Ну и вот предварительный этап будет таким образом проводиться. Если это пройдет удачно по всей России, то будут делаться выводы на то, что постепенно мы уходим от доставки вот этих вот пакетов прямо к непосредственной распечатке пакетов в аудиториях. Впрочем, в этом году выпускникам немного легче. Ректоры вузов отмечают, количество выпускников будет еще меньше, чем в прошлом году, а количество бюджетных мест, несмотря ни на что, не сократится. Главное сейчас определиться школьнику в будущей профессии и усиленно работать над определенными предметами. Мариэл, кстати, стала одним из первых регионов, где ЕГЭ 15 лет назад был пробным экспериментом. В этом году государственный экзамен начнут сдавать 27 мая с ЕГЭ по географии и литературе. Продать старую квартиру все сложнее. С одной стороны, цены на квадратные метры в Хрущевке, Сталинке, да и в целом на вторичке падают. С другой стороны, сам рынок жилья сейчас словно замер. Спрос низкий. Именно сейчас дальновидные застройщики пока еще стараются удержать приемлемые цены на жилье, даже несмотря на то, что дорожают стройматериалы. Сданы первые три подъезда нового дома. Стоимость однокомнатных квартир от 1 310 000 рублей, а двухкомнатных от 1 950 000 рублей. Тем, кто ищет более выгодные предложения, мы предлагаем рассмотреть квартиры во второй очереди, которые будут сданы уже в апреле этого года. Дом готов более чем на 80%, и при этом на квартиры действует скидка до 100 000 рублей. Второй дом по улице Кирова в жилом комплексе «Малая Медведева» на границе с Йошкар-Олой выполнен в кирпично-панельном исполнении. Дом переменной этажности. Всего более 200 квартир. Из них 99 – это первая очередь. Жилье здесь охотно приобретают участники военной ипотеки, обладатели материнского сертификата. Квартира максимально готова к чистовой отделке. Не хотите делать ремонт самостоятельно? Специальное предложение от застройщика. Квартиры сразу с чистовой отделкой. Заезжайте хоть завтра. Впервые мы работаем партнерами компании «Честер Инвест». Мы оказываем помощь нашим клиентам в продаже старой недвижимости на вторичном рынке. А при выборе квартиры «Малая Медведева» мы не берем комиссии. И вы даже можете получить скидку. Это удобно и выгодно. Застройщик «Честер Инвест» сегодня работает сразу с несколькими надежными риэлторскими компаниями. Подробная информация о них размещена на сайте malaymedvedeva.ru. Все партнеры-риэлторы не берут комиссионных с тех, кто покупает квартиры в жилом комплексе «Малая Медведева». Экономят здешние новоселы и на коммуналке, дома с поквартирным отоплением. Район спокойный, при этом под рукой гипермаркет, спортивный комплекс, районная поликлиника, три детских сада, школы. Кстати, Медведевская гимназия и Медведевская школа номер 3, согласно рейтингу Министерства образования и науки России, по итогам прошлого года вошли в топ-200 лучших школ страны. Одним словом, оптимальное место для семей с детьми. Пока еще действуют выгодные ипотечные программы с господдержкой, приобретите квартиру в новостройке по доступным ценам от 1 310 000 рублей. Подробности в офисе продаж «Честер Инвест» по улице Кирова, 13, в жилом комплексе «Малая Медведева». Информационная программа «12 новости республики» продолжается. Ну а выпуск Мариэл ТВ смотрите в утреннем эфире в 6:30 на телеканале «Регион 12». Поздняя зима в работе заповедника «Большая как Шага» – особенное время. Еще лежат в лесу глубокие нетронутые снега, еще оглушает непривычная городскому уху тишина лесного Заволжья, но сквозь кроны сосен и елей уже почти по-весеннему светит долгожданное солнце. В эти дни все сотрудники заповедника выходят на маршруты зимнего учета животных. В методике учета за последние полсотни лет не поменялось практически ничего. Все то же средство передвижения, лыжи и единственный используемый прибор – глаза инспектора, который должен не
просто определить, кому принадлежит след на снегу, но и узнать примерный возраст зверя. Собранные данные позволяют судить, что изменилось в заповеднике за зиму. Ежегодный зимний маршрутный учет охотничьих зверей и птиц, он всероссийский, имеет всероссийский масштаб. Проводится он каждый ежегодно с 15 января по 1 марта, по конец февраля ежегодно. Цель его – это выявление изменений в численности животных. И вот данные по численности заповедников, они позволяют сравнить, как движется численность там, где ее используют животных и где их не используют. Причем часто попадает в учет, у нас ведь мы учитываем не только охотничьих животных, но и попутно других. И вот эти виды, видно тоже, как они меняют численность там, где много людей посещается людьми леса и где не посещается. Методика здесь довольно простая, она давно отработана, с 50-х годов. И даже начало вот этих учетов были до войны, еще в 30-е годы прошлого столетия. Это двукратное прохождение маршрута на лыжах зимой, в этот период, по снегу. Ну, самым основным является требованием, чтобы люди хорошо знали следы, животных определяли, определяли животных на вид, если встретят птиц взлетающих, и чтобы делали добросовестно. Наша съемочная группа, конечно же, не встает на охотничьи лыжи. По заснеженным дорогам заповедника мы передвигаемся на машине. Но даже такой способ позволяет в полной мере оценить богатство и разнообразие той тайны для человека жизни, которая разворачивается под покровом леса. Вот это след куницы. Коробок 5 сантиметров, ширину 3. Вот мы видим, что след размер отпечатка составляет где-то около 4 сантиметров. И в длину 5. Это след куницы, скорее всего, самки. Ночной, свежий. Причем шла она не спеша. Охотники называют двойками. То есть одновременно прыгая на две лапки, касаясь снега. И охотничий след, он извилистый, она меняет направление, идет. То есть она охотится. Одно из самых распространенных в заповеднике «Большая как шага» животных – это кабан. И было бы просто удивительно, если бы нам не попались и его следы. Это прошел один зверь, подсвинок. Такой где-то, видимо, судя по следам, сейчас посмотрим, наверное, где-то, наверное, двухгодовалый или трехгодовалый зверь. Сейчас зимой они держатся в таких вот ельниках, днюют в таких ельниках, спят в них, потому что в них снега немножко поменьше, и они находят укрытие под лапами елей, которых прижало снегом. Причем интересно, что кабан взрослый никогда не ляжет спать на снег. Он всегда обязательно себе наломает веток еловых и сделает постель. И каждый раз он спит, постель себе делает или подновляет, или новую. Очень любит спать разрыв муравейник, лечебный муравейник на сухую хвою, где ему очень снизу тепло, как бы не холодит бока. Почему он так делает? Лоси так не делают, а кабан так делает. Потому что кабан зверь южный, и у него не очень хорошо выражен подшерсток. Поэтому через плотную щетину все равно пробирает холод. Под конец дня нам еще раз повезло. В этом месте дорогу перешел настоящий царь зимних марийских лесов и главный символ животного мира нашей республики – лось. Это довольно крупный бык, но идет спокойным шагом. Вот прошел по просеке, вышел. Видно, здесь же видно сразу и следы старых лосей. То есть видно, что место лосями освоено, они тут постоянно проходят. Лось обычный вид у нас в заповеднике, и не так его мало. Просто сейчас, вчера был снег и свежие следы. Буквально все старые закрыло. Вот свежий след. Лось самый крупный у нас из представителей семейства оленьих. Самый крупный. Вес быков, живой вес, достигает 350-400 килограммов. В других регионах нашей страны и до 600-700 килограммов, как на реке Пенжина, знаменитый пенжинский лось. У нас обычно помельче. Ну вот в пределах 400 килограммов, 350-400 килограммов такой зверь. Сейчас они, конечно, уже без рогов. Рога сбрасывают осенью быки. Но увидеть лося в лесу редкая удача, в общем-то, для человека. Вот мы видим сейчас за весь день, видим только следы. Вот здесь в этих местах видно, если посмотреть внимательно, лось даже между следами идут черточки, бороздки.
это видно, что он идет не спеша. Эти бороздки остаются от копыт. Он тащит, как бы ногу волочит. То есть он не бежит бегом, не спешит. Это говорит о том, что ему будет спокойно, хорошо. Никто его не беспокоит. Зимний маршрутный учет животных – лишь один из 15 параметров окружающей среды, измеряемых в ходе круглогодичного экологического мониторинга. Впереди у нашей съемочной группы еще почти год работы, которую мы проведем вместе с сотрудниками заповедника, заполняя летопись природы. Заглянуть в эту летопись мы предлагаем и вам в следующих выпусках рубрики «От чистого истока». Битва роботов, 3D-печать, лес, выращенный из пробирки. Безграничные возможности будущего рядом. Стоит только протянуть руку. В ближайшие несколько минут все самое интересное о разработках и изобретениях инноваторов Мариэл. Все самые новые идеи и технологии прямо сейчас. И мы начинаем операцию инновации. Древесина – материал, который без оглядки можно назвать одним из самых древних и распространенных на Земле. Она всегда легкая и прочная. Но как узнать ее свойства, так сказать, не срубив дерево? Об этом и не только мы расскажем в этот раз. На зависть иностранцам, на удивление соотечественникам. Под пристальным вниманием ученых из Мариэл то, что окружает нас, казалось бы, каждый день – древесина. Но одно дело изучать ее в срезе, другое, так сказать, на месте, не разрушающим ее способом. Именно он и заинтересовал Василия Чернова, молодого исследователя «Волготеха». У нас представлено мобильное устройство для диагностики состояния древесины «Резистикс». Это мобильное устройство с необычным названием. По сути, два электродвигателя, механизм подачи сверла и компьютер, подключенный к системе, работающий в режиме онлайн. А результат разработки впечатляющий. Сколько времени нужно так просверлить? Не больше 1 минуты. В зависимости от толщины исследуемого объекта. Задача какая вот сама? В этот момент мы регистрируем, как у нас изменяются свойства древесины, то есть определяем пороки, такие как трещины. Автоматически на компьютере уже рисуется график, и мы можем увидеть, как у нас изменяются свойства древесины, а также можем сделать оценку изменения плотности древесины. Это устройство, словно рентген, за считанные секунды способно распознать, что внутри древесины. Говоря проще, резистекс позволяет проводить диагностику ее состояния, при этом практически не повредив образец. Для этого достаточно его немного просверлить. Диаметр сверла всего 3 мм. Это словно безобидный укольчик для дерева. Самое главное преимущество, которое мы закладываем в устройство, это прежде всего точность и невысокая стоимость устройства. Тем самым оно будет достаточно конкурентоспособно. И мы планируем как бы производить и реализовывать не только в пределах там Республики Мариэл, там России, да, в целом, но и, возможно, за рубеж. Этот способ вполне можно применять и для определения внутреннего состояния растущих деревьев, и для экспертизы деревянных строительных конструкций. Аналог, конечно, существует за границей, но опытный вариант ученых из Мариэл совершенен по своей начинке. Важно было определить именно вот граница слоя между здоровой и пораженной древесиной, как там изменяются свойства древесины. В основе этого устройства 6 патентов Российской Федерации на изобретение. Его практическое применение, говорят авторы, самое обширное. С помощью этого оборудования легко определить, не гниют ли деревянные конструкции в здании. Можно определить прочность, также какие пороки существуют в деревянной конструкции, сколько оно, возможно, простоит, несет ли оно какую-то угрозу для людей, то есть, например, люди, которые проживают в домах и так далее. Подобный заказ, кстати, молодые новаторы уже выполняли. Проверяли состояние старинного дома воеводы в Козьмодемьянске. Здесь нам очень интересно показалось, что раньше люди более ответственно подходили к выбору древесины, которая используется в строительстве. В частности, перекрытия этого здания были изготовлены из круглых лесоматериалов с очень небольшой величиной ширины годичного слоя, что позволяет утверждать о том, что древесина более прочная.
Необычные, на первый взгляд, разработки инноваторов Мариэл очень разные. И не всегда их оригинальная форма свидетельствует о революции в науке. Но в нынешний век экономически выгодного стандарта так отрадно видеть то, что отличается от привычного. Хотя бы потому, что нет и не может быть этого привычного. Потому что все течет и все меняется. На этом все. Наша операция «Инновация» завершена. Увидимся на телеканале «Регион 12».